заинтересованы и готовы инвестировать, что самое важное, в украинскую инфраструктуру, прежде всего в морскую, прежде всего в порты. Напомню, что в прошлом году через украинские порты Беларусь начала получать иранскую нефть. Очень разные данные, но как минимум 80 тысяч тонн было получено этой нефти, как максимум 600 тысяч тонн. Нет, к сожалению, такой адекватной статистики в этом направлении. Но это позволяет Беларуси получить еще один альтернативный источник нефти для своих заводов, нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих заводов. Это очень для Беларуси важно, и Беларусь заинтересована закрепиться в украинских морских портах и даже рассматривает вопрос о длинной аренде или покупке одного из украинских морских портов. Это реальная экономическая составляющая. Кроме того, Беларусь заинтересована в инвестициях в украинские железные дороги. Все, что связано с возможностью использовать украинскую морскую инфраструктуру, которая сегодня Беларусь лишена.